Всем привет, это продолжение партии за кхмеров в Sid Meier's Civilization 6, сетевой игре на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем вместе приятного продолжения просмотра. Это я без карточки просто сидел, так бы как раз 50 и потерял. Он еще и приобрел. Понял. Так, ну, реформу денежного обращения... Блин, или может монументальность? Ё-моё, век на караваны, о боже. Давайте монументальность. Кайфы, кайфы. Я просто хочу увидеть сейчас эти цифры. У меня просто кучу клеток надо обрабатывать на самом деле. И поставить... Как вас закончить? У нас игра только началась. Серьезно? До мультика? Блин. Да. Здесь играют по мультику. 46 голды Англия, я даже... Так а чё вы в союзах с португальцем? Может вы... Да. А кто еще в союзе с португальцем? Главное зачем? Вот испанец, ты сам с ним в союзе. Я не планирую продлять. Эх, жаль, такие караваны. Жалко, кстати, не выпало забанить караваны. Было бы да, круто. Надо было на прошлой банить. Было бы очень смешно, мне кажется. Надо было вообще португалов палить. Да нет, тут просто завезло, тут англичане в лице. Англия в лице, все караваны со старта в нее. Так, покупаем строителя. Ну вот какое мне чудо, я какое-то чудо хочу вообще строить сейчас. О, вовремя мы встретились. Да, как раз я в темный вышел. Понимаю. Нет, тут вообще города отваливаются из-за этого. Не, ну отвалится, они меня не отвалится. Так, что там с испанцем? Тебе упор военник поставили. Я, конечно, на что не намекаю. Это дефолтный военник, ты чё? Испанец, предложение. Я видел. Блин, что-то я вижу туплю. Мастерская давайте. Святилище. Ступу покупаем. И кампус. Как бы сейчас религии не победили. Нет, религии это вряд ли. Почему нет? Не успел, ладно. Так, сколько реально у нас с религией? Город Шеффилд, мне кажется, никогда не поддастся. Так всего один из городов, кто тут религии победит? Я думал, у меня тут распространяется дико, а тут нифига. Ё-моё, у меня в натуре две лодки вместо одной. Режим бан. Конкистадоры! Опасность. Сана. Так, пошли вот тут сделаем. Где ты их увидел, брат? Производство. Строители. Камень. А где тут вообще... Районы еще собираюсь. Вот тут, да, на кампус. А промышленную? Вот здесь можно промышленную. А, вот здесь. Надо... Слушайте, а давайте сюда промышленную в очередь поставлю пока. Сразу покупаем здесь еще строителей. Я умею считать до ноля. Прикинь? Заканчивается? Как? Да. Кампус 3. Так, давайте купим. Значит, здесь рабочего. А? Так, и здесь амбар. Это дефатильный, да. Согласен. Как иначе?
Так, давайте смотреть, где нам еще покупать рабочих. Магнус, так, вот здесь надо рабочих, чтобы... Лесопилки. Короче, Магнус сидит без дела, вообще ничего не вырубаю под ним. Да и в Харихарелае тоже. Так, он Хардхоме. Блин, уголь надо обработать. Чем мы тут сидим? Этих. Апельсинки обработать. Короче, в каждом городе куплен рабочий. Англия, у тебя сколько с ним еще союз? 4 хода. Если кому надо, я могу военный дать. Давай, в всякий случай. А то какие-то там вы непонятные эти, блядь. Не-не, я дам тому, на кого он реально нападет. Что сейчас прям? Давай. Ну я... Меня. Тебя устроит? Что-что? Вариант тому, кто стопать идет, тебя устроит? Устроит. Ну тогда кидай мне свой денег. А ты не хочешь его мне дать, нет? 1100 голды в ход. Ты думаешь это? А, ну тебе 4 хода еще. Ну типа. Ну Тугал, тебя везет с места, торговать со всеми может показаться. А бывает такое, что не... Так вы не торгуйте с ним. Я не торгую. У меня есть две запасные ГГшки. У него ГГшки ведь и все. Никто больше не нужен. Ну, торговали-то сначала с ним вы. Кто я? Я бы поторговал хоть бы с кем-то, кроме тебя. А что, тебе не нравится со мной торговать? Нет, просто упал этот. Два банка. Так, надо засейвить караваны. Давайте лучше вот это. Потому что два банка я могу построить, а пригород явно не скоро. Это хер дальнобойная? Не знаю, ты думаешь, что да? Так, мне надо, видимо, объявлять войну португальцу, да? Да, наверное, можно. Вот это жаркая битва. Конечно, надеюсь, ты по воде подключишь? Подожди, я, во-первых, тебе кинул союз, а ты не принял до сих пор. С Англией уже. У вас у обоих военный, да? Да, ну мы... Ну, я не могу никак присоединиться к войне, прямо скажу. Только если... Я надеюсь, у тебя флот. Конечно, вероятность того, что мы что-то ему сделаем, такая малая, что... Да блин, он достал в этот модул-то бросать. А, господи, да почему всегда это двигается? Так. Камень давайте. Уголь. Апельсинки. Так, а где тут производственное? А, я уже поставил. Тогда, наверное, бананы обработаю. Она надо мной и налево. Ребята, у меня 6 городов, не трогайте меня. Какое чудо я хочу. Анкарват, наверное. Приятный грайдер, ты не вылетай. Только по соседству с акведуком. Классно. Может здесь, кстати, Махедра Парвати? Почему нет? Что я там, мы тут что, без союза сидим? А, мы еще не торгуем. Есть, отлично. Тогда вырубаю и анкорват сюда. Так, может тогда его и ускорить побыстрянее. Они так щелкают при ходьбе, прикольно. Так, этим уголь... Дальше пошли в мобилизацию.
Хмер, ты можешь себе представить, что хлеб падает из-за твоей лояльности? Могу представить. Ты в темном веке? Да, я в темном веке. У меня два города отваливаются. Логично. Лучником-то за что? Саладин, посмотри сделку. Так, вам если какие-то ресурсы нужны или еще что-то? А я за что-то, за это что-то получу? Ну, получишь, что Португалия не выиграет, видимо. Видимо. Я рад. Португал будет стопить. Так, святилище. Англичане нормально впишутся, наверное, что-то мы и сделаем. Поверь, я не завидую англичанину, сколько у меня лодок. Первого левела. Все. У него тоже уже много. Нет, тут, наверное, Португала. Я вижу, сколько у него лодок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Ты не видишь моей лодки. А, ты спрятал их у испанца? Удивительно. Вам ресы нужны, нет? Я спрашиваю там. У меня пока что все хватает. Когда броники? Так, есть. Точнее, как я тебе кинул уже предложение. Лёша. Принял, принял. А чё это за чё-то у тебя, например, Махендра Парвата? Что Махендра Парвата? Ну вот, чё-то какое-то строится. Рядом с Акведуком. И... А можно чуть-чуть так удлинить? Так ты можешь навести мышку и увидеть. Удлинить можно чуть-чуть? Да, Махендра Парвата, я только не знаю, что... Плюс-плюс, это... давайте удлинить. Вообще. Куда, блядь, можно так? Очень много мулов надо быть. Это, англичанин, бери, пожалуйста, вправо этого рабочего. Ну, следующим ходом достроим. Так, раз, два. Где мы третьего сделаем? С этим, что ли? Латника. Гильгамеш сделка. Американец. Та же схема. Надо не забывать. Мне нужно постоянно держать рядом миссионеров. Так. Испанец. Правил. Плюс 3 жилья и плюс 20% роста. Я, наверное, в Харри в Хар... Хотя... Хотя... Тут же других ресурсов у меня нету, да? И в Харри-Харри-Харрилае нету. Мне кажется, она все-таки покруче будет расти. Тут как-то не особо много еды. Так что не буду пока производство тут делать. А вот тут сделаю. Так. Я возьму попользоваться. Очень надо. Мне надо 3 мушкетера. Черт, я их не открыл. Открыл. То есть мне для апгрейда... Так, короче, мне нужны, очевидно, селитра. 20. Я так понимаю, что... Да, почему нельзя прикрепить миссионеров? Тоже, честно, ни у кого нету. Ладно, тогда просто прямой наводкой открываем. Блин, что мне тут строить? Кампус я там буду строить. Какой-нибудь плохой. Промышленная. Акведук. Он изнасиловал моих шахтеров. Это капец вообще.
вообще не успеваю даже юнитами ходить вообще. Так, лучше пушечкой на конкистадора. Ой, ну так уж страшно. Какой так, дружба с шумером закончилась или с кем? С американцем. Только подойди. Анкарват заканчиваем. Кампус. Плюс 4 есть. Как тебе? Мощно, правда? А где генерал? Алло? Генерал? Ты чё? Так. Ну, митлу пока... Ну, в общем, есть опасов. Я всё в нанмодол кидаю. Так, надо отремонтировать. Тут, кстати, бы... Ну, просад пока. Но тут бы... дамба не помешала. Конечно. У нас тут так все затапливает. А, тут просто 6 пушек стоит. Ничего себе. И это все, что надо было, чтобы тебя остановить тогда, да, бубай. Да, слишком его отпустили. Определенно. Он выходит 2 золотых и все, он улетает. Первый не вышел. Так, кампус, военный лагерь, развлекательный, театралка. Давайте, может, театралку рядом. Здесь будет... Давайте пока сюда. Я понимаю, что только плюс один, но... Опять он нанмодол засоюзил. А где вообще португалец, интересно? Черт, я не успеваю строительство. Так, ну сначала по городам будет пройтись, потом уже ходить юнитами. Так, Сана отваливается реально. Караваны плохо. Все, минус 4 всего. Мост не в ту сторону проложил. Ой, заклик. В смысле? Нет. Ну, я... Я просто кликаю просто... всеми пушками подряд. У него... Ну, конечно, только когда началась... Не. Он без вариантов, он сейчас и тебя убьет, и меня убьет, и всех убьет. У него там просто 10 пушек стоит. Ну так играйте на счет. Если он закликивает. Он уже все убил. Не против. У него 10 пушек стоит. Ты в смысле? Ты меня проатаковал? Ты уже, значит, мог так, ходить. Так, давайте какой военный лагерь. Заклик? Тоже. Ты несешь. Атаковал после того, как ты меня убил и твой юнит? Ты ударил мою пушку. Как ты меня убил юнит? Стрелял всем, что было. Да нет, без вариантов, он перещелкает просто все. И скупает каждый ход по 4. А, у него уже аэропорт. Да, это все, это финиш. У него броненосцы. ГГ. Че тут? Слишком много времени
Починали ему. Еще одно чудо. Что-то чудес на карте дофига. Определенно. Спасибо большое. Блять, португалец, пожалуйста, не принимай предложение, которое я тебе сейчас скинул. Я мискликнул. Ок. Лёша, предложение. Мне бы посрочнее. Селитра? Ну, типа. Не думаю, что поможет. Пам-пара. Я тоже так не думаю. Пам-пара. Ну, у тебя даже корпус есть, Ё-моё. Знаешь, что у меня есть для тебя? Не, ну это ГГ. Он шотает их, блядь. Там армия. Ну, забей, все, забей. Кеква. Просто забей. Ну, мало лодок. Мира, ты вообще территориально где находишься? Ну, какие ты ориентиры знаешь? Англия, Португалия. Я без понятия вообще, где Португалия, а Англия только Плимут вижу, и, ну, это вообще никак ко мне не относится, в принципе. Даже не могу тебе сказать. Правее американцы находятся. Ну да, я нахожусь правее американцы. А какой у тебя win condition? Оба выходят. Я просто смотрю, что он почти на полторы эпохи отстает. В смысле? Так он вышел в авиацию, а я сейчас как раз в лабы выхожу. Лети. Эх, минус караван, всего 250 голды выходит. А я могу, типа, полностью не убивать человека и оставить его, да? Чуть-чуть. Кусочек. Как хочешь. Чё, тебя кто заставляет что-то делать? Класс. Так, что у нас тут? Шахты давайте. Я сейчас не обосраться с таймингами. Конкистадоры 97. Ходу на шестом, наверное, можно сделать. Блин, я что-то не то принял. Уже война. Ходов на 10-15 надо было раньше начинать. Да там... У меня очень... Одни джунгли, короче, ни холмов, ничего нет. И разливы постоянные. Говорю, ходов 10-15, у него не было венецианки, я бы его забирал. О боже. Чел, ты думаешь, я это все с венецианкой построил? Половину только с венецианкой. Конгресс был на плюс 100%. На минус 50. Ну, минус 50. Великолепные заклики. Не знаю, поздравляю, вы дошли до города. Просто закликивает этот.
Так, сколько там еще эпоха? Дофига. Кстати, слонов я еще не обработал внезапно. Так, Хмер, у тебя какие предложения есть на победу в этой игре? Улететь, например. Мне португалец сделать ничего не может вообще. Да и соседи, так и ежи. Ну, меня он уже забирает. Паги немножко. Тебя сейчас ни одного будет забирать, не будет. Я, блин, все бегаю по карте. Наверное, две трети открыл. Я даже не вижу границ португальца. Просто где он даже может быть? А, давай, короче, на счет. Блин, я тебе поставил плюс 4 от олигархии. Ай, от... Так, а тебе, ну, не надо. Ты так уже его всех победил. Почему? Быстрее города заберу. Так, давайте этого сделаем. Почему уголь находится ниже свиты? Ведь он обычно выше. Инженера. Так, а академия у нас вот тут. Ну, потом в авиацию идем. Алюм. Сэмэль. Я просто что-то уверен, что у меня алюминий будет. На счет играем. Это как? Это когда мы прогрузимся, я скажу готов, ты скажешь готов, но кто посчитает, мы походим под конец хода. Окей. Так, надо бы рабочих поднакупать. Боже. Как они там еще воюют и успевают что-то в городах делать? Я просто с таким количеством... Ну, это небольшое даже количество городов. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, там, где мы сражаться будем. Там, где сражаетесь, да. То есть ты можешь в тылу чем угодно ходить и когда угодно. Я готов. А, я железную дорогу не открыл еще. Считайте. Раз, два, три. Блин, мне две верфи надо. Тут плюс два. Наверное, тут надо сначала купить. А, так я обе могу купить. Все, отлично. Так, две верфи есть. Чудо света промышленной эпохи. Рурка. А рурка-то и нигде не становится. Давайте я, во-первых, сначала открою так. Блин, две полевых пушки. Я пушки не открыл, да? Обыженную землю так открываю. Давайте через урбанизацию сначала. Так, есть на плюс 3. При этом акведук здесь можно поставить. Да, наверное, так и сделаем. Так, археологический. Археолога я не открывал вроде.
Нужны ли мне шпионы? Мне кажется, нет. Мне их просто некуда отправлять. Там пока. 300 кибафов, когда наводишься. Денег нет. Реально, где вот границы португальца? Бегаю, ищу по всему... запретка. Ладно, давайте пока монумент. Блять, видимо нет, ладно. Ну, типа, если хочешь, то да. Да, уже пофиг. Заебись ты, конечно. Молодец. Блять, прости. Ну да-да. Я забыл. Грузим сейф. Я тоже так думаю. Я не против. Но я в натуре забыл. 91 загружать надо. Ну, блин, молодцы. Да шучу, ты чё, не надо грузить. Шучу совсем. Так. Ну ладно, давайте биржу тут. Следующим ходом это играем? Будут лабы. Играем. Вот тут ему. Вот сейчас в этот раз можно тут вот пооткладывать производство, потому что следующим ходом мы будем сразу делать лабы. Чего еще одну карту? Вот я что-то плохо читаю бонусы нации, наверное. Мне нужно ставить священку. Я зачем-то начал крипту до промки ставить с циклочками. Почему я такой дурак? Почему я не читаю нацию? Там же написано бонус 10%. Ты решил, да, что мы с тебе сеанс психоанализа проведем? Да. Португал, у тебя каким образом для меня караваны достают? Я же Португал. Это ты обогнул. Как ты так обогнул? Португала они, ну, вроде в два раза дольше плывут. У тебя 45 клеток. Это испанцы, граница. Так, считать с кем? Куда? С англичанином или с... Ну, по очереди. Скажи сначала, с кем тебе нужно. Давай со мной. Потом со мной, да. Я загрузил. Не, подожди, еще нет. Я загрузился, дай раз. Не, вы считаете, кто другой считает. Окей, хорошо. Раз, два, три. Кто так спешит? Слушайте, а межстолица Чеченица бы зашла. Может, кто-то ее уже построил, правда? Не, 4 хода. Слушайте, давайте сначала я тут Чеченицу сделаю, потому что вот рядом... Причем вот здесь лучше. Ну что, игра? Испанец. Я готов. Посчитайте. Раз, два, три. Так, у всех остальных лабы.
Мне интересно, сколько фрагов у этого конкистадора? Не знаю, но, по-моему, я зря сконцентрировался на нем, он что-то какой-то не пробивает. Не говори, что вообще жесть. О, я нашел кораблики португальцы. Неужели? А где сам португалец? Бери свои войска, ты будешь мешать испанцам. Не, слушайте, серьезно, вот я вижу границы испанца, вижу границы англичанина. Просто объясните, где португалец? Вот он относительно вас, где он? Скоро там... Сверху от меня. Леша, сделка. Скоро там, где границы испанца, будут границы этого. Ой, они там уже начинают. Принял, да. Принял. Спасибо. Ну, я бы не снарял лесопилку, я даже не вырубал бы лес тут. Так, ладно, переезжаем на рейд, теперь у нас ванедный. Кхмер. Что? Мне вообще стоит волноваться из-за этих военных лагерей твоих? Ну, конечно, стоит тебе из-за всего волноваться. Тебя вообще все цивилизации должны волновать. Португал пока меня не волнует, он далеко. Проблема у меня только, что он торгует со мной как-то, мне это не нравится. Так, ну я в темный век, наверное, может даже и рад свалиться. Что у нас тут? Чудо. Вот этого я заберу точно. С кем ты спрям? Со мной или с англичанином? Там на чеченицу бы. Со мной там не надо считать. Ну типа... Пускай мне пофиг. Ок. Но англичанин, я так понимаю, на броненосце взял уголь. Ну, типа, готов. Посчитай. Кто-нибудь. Раз, два, три. Блять, ну что ты начинаешь? Не было же отсчета. Ладно. 1-1, так сказать. На самом деле я мисклик. Португалец, я могу начинать с тобой? Да. Бля, все, Виктория пограбил, я дебил. Хотя от них уже пользуюсь. Так, поехали железную дорогу ставить. Это стоило вообще рис убирать, тут, шутки, но... Шутками, а я ему все эти выбил. Ну все, получается, убил? Нет. Просто охуевают у вас, сколько они сильные. Ну блин, ты кто построил террор? Бьёшь пушки, конечно, они пробивают. Кто построил терракоту? С какой целью интересуешься? Я пропустил. Испанец. Так, сюда фабрика работает. Вообще, я тут хотел акведук. Ладно, давайте лабу. Тут я куплю рабочего. Да. Англичанина, к сожалению... С нами больше нет? Ну, очень скоро, 2 города осталось. Ну, вообще не 2, 4. Предложение, испанец. Хватит стрелять. Он же ничего не сделал тебе. Ха-ха-ха. Как смешно. Блин, надо как-нибудь еще разок сыграть на этой интересной нации. Что-то она прям какая-то вообще больная. Так, с узерением нанмодол. Ну вот, все правильно, Кхмер. Теперь твоя религия падает. Несмотря на мокшу. Все правильно. В каком плане? Ну, сначала у меня религия падает, теперь твоя. Все честно. Так, тебе считать надо?
Я вот здесь рурку могу поставить, вообще-то. Только для этого мне фабрика нужна еще. Ну и купить этого... Да, но я хочу сделать один маленький шот. Да, наверное, надо. Покупаю. Так, этого, значит, сюда. Ну, ее ж никто не построил, я правильно понимаю? Блин, отвлекся. Требуется построить фабрику. Давайте я фабрику сначала здесь. Вообще, я ее куплю, наверное. Да, 660. Теперь рабочим это вырубаем. Тут пока строю, потому что мне еще надо перекинуть человечка. Слушай, а что реально у него так религия давит? Он что-то там укрепил? Влияет сильнее. Зачем? Ой. Португал, каким образом ты получаешь от меня культуру? А клетки эти, города с чудесами можно ломать? А почему нельзя? Да я просто спрашиваю. Не, может, какие-то есть причины, о которых я не знаю. Ну, что-то я начинаю волноваться. Киньте ему всю войну, чтобы он вас каравана не пускал. Не, я не понимаю, вы уже не видите, что лидер не я? Какого хера меня до сих пор порят? Ну, так потому что ты захватываешь Англию и Испанию, становишься ли? Я ж никого не захватываю. Они сами мне войну объявили. Я сам сказал, что я иду в лабы, строю лабы, начинаю опережать. А ты пошел в авиацию. Да, кто виноват? Слон. Ай, хрен. Немного начал понимать, как устроено все на этом сервере, ну типа... А как правильно, по-твоему, должно быть? Стопают лидера, а не того, кто... Хорошо, как испанец и англичанин могут меня стопать, расскажи. Не воюю я с... Ты напал лидера на Англию, и ты напал на них. Ты напал. Нет, кстати, да, они на меня и... напали. Ну да, флот ты, конечно, собирал просто так. Просто стоял. Так, ходил, да, показывал. Смотрите, какие корабли красивые, да. Да. My Life спрашивает, продаешь корабли? Ты говоришь, нет, показываю. Вот так было. Так, а он взял, напал. А нет. О, нет, сука. Только не гляди. Бля, какого хера они... Да не ругайтесь не вот так, что такое? Так, слушайте, свобода мне слова. Нужно... Кольные циферки, да? Мне нужно две бомбарды. Блин, это говно какое. Вообще не говори, я просто в охрене с него. О, я нашел границы Португалии. Мне нужна селитра еще одна. Англичанин, извините, а тебе селитра еще нужна вообще? Не-не-не, типа... вообще уже ничего не надо. Вообще? Все, что можно, я лапнул. Я в этой жизни уже все понял, я вообще... Тогда верни, пожалуйста. А, без проблем. Я тебе кинул предложение. Что ты делаешь, Леша? Зачем ты сносишь хост? Кого, кого? Ой, ты смотри! Зачем ты сносишь хост? Кто тебе будет игру раздавать? Я никого не сношу. Как у кого-то сносишь 320 военки? Вот именно, 320 военки. У тебя даже больше военки. Ой, единица. А чё ты дружбу отверг? Уже союз не нужен. Да.
Забавно. Вот, заработал так. И забыл, как страшно с ней. Поматросил и бросил. Ну, это грубо звучит. Блин, вообще негде чудо поставить. Слушайте, а на горах только Мачу-Пикчу строится? Больше нету чудес, которые на горах строятся? Вроде нет. Блин, ну что мне тут делать? Денежки заканчиваются, да, брат? Нет. Блин, если я дойду до столицы, просто четырьмя конкистадорами, это вообще будет эпик. Не дойдешь. Ну, скорее всего. Микстро там, блядь, все плохие новости. Чудеса вообще как-то странно разбросало. Два к миру отошли. А что у вас там по чудесам, ребят? Не знаю, ни одного нет. Есть там чудо, которое... На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий.